Открытая студия. Здравствуйте. Это открытая студия «Радио 1» в Доме правительства Московской области. У микрофона Мира Алекса. 6 августа на аэродроме Альферьево откроется военно-полевой лагерь для детей и подростков. И сегодня у меня в гостях куратор направления патриотического воспитания в Волоколамском городском округе, руководитель проекта «Патриотический военно-полевой лагерь спецвзвод» Александра Русакова. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. И главный координатор межрегиональной общественной организации по развитию спорта и патриотического воспитания спецвзвод Антон Ермишин. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 6 августа состоится открытие лагеря. Ну, собственно, о нем мы сегодня и будем говорить, что это за лагерь, какие у него цели, задачи, кто будет принимать участие, на какой стадии сейчас уже находится вся работа, какая готовность. Пожалуйста. Про лагерь можно рассказать. Самое главное, наверное, рассказать, с чего все началось. Давайте, да. У нас очень интересная история нашего клуба. Она уже многолетняя, уже десяток лет. Мы раньше развивались как обычная простая секция и небольшой патриотический клуб. На сегодняшний день мы являемся организацией, которая имеет достаточно большой опыт проведения различных общественных мероприятий. И в частности, развитие этого проекта непосредственно стало возможным благодаря развитию и клуба. И клуб сам как проект вместе с этим проектом, если не параллельно, то как-то часть друг от друга неотделимы. Секция «Спецвзвод» — это тоже патриотический клуб, который находится на моем любимом Волоколамском городском округе. И, как я уже ранее сказал, развивался от маленькой секции до большой организации. И наполнялся различными идеями, людьми наполнялся, интересными креативами. Если масштабы понимать, началось, да? Если описать эти события, то, что раньше я проводил занятия с ребятами сам, а сейчас эти ребята выросли и сами являются инструкторами, в том числе на предстоящем лагере полевом, они будут как раз инструкторами там по направлениям, которые сейчас в наше время, особенно в наше время, с сегодняшними реалиями и вызовами нашего времени, они, как нам кажется, наиболее нужны и подходят под ту тематику, под которую мы проводим мероприятие. Это медицина, тактическая медицина, если можно назвать, ну, основы первой помощи с некоторой спецификой, связанной с будущей службой или знанием службы в вооруженных силах Российской Федерации и подразделениях. Это, конечно же, практическая стрельба, и нам помогает команда «Спарта» из Дубны. Вот, они приезжают своими инструкторами, ну и тоже нам нужно похвастаться. У нас есть на сегодняшний день и свои инструкторы, и специалисты в этой отрасли. То есть это не только стрельба из пневматических ружей, но и стрельба из пистолетов. Соответственно, все допустимо с необходимыми режимами, мерами безопасности, которые мы уже знаем наизусть. Наша фишка – это альпинизм. Мы специалисты широкого достаточно профиля по альпинизму. У нас есть инструкторы как промышленного альпинизма, как горного альпинизма. Ребята, которые ходят по трудным классам восхождения совершают. Так и есть люди общего профиля вот в этой сфере. У нас будет отведено этому целое несколько часов будет отведено в разные дни этому. И мы, как я уже сказал ранее, мы уже не первый раз проводим подобные мероприятия. Мы начинали с небольшого форума в 2019 или 2018 году. В 2018 году это был районный форум. Он находился на территории детского оздоровительного лагеря Дубосеково. Мы договорились, и первый раз вообще в Волоколамском районе такого масштаба со всех патриотических клубов чисто района проводили первый раз. Это имело такой вау-эффект некоторый, и дальше мы проводили форумы, и на сегодняшний день мы проводим уже международного формата. У нас в нашем городе, как и в многих городах воинской славы, есть города-побратимы, и участниками нашего международного форума в 2020 году были
братья из Белоруссии, ну, братские города из Белоруссии, Болгарии, Сербии, Казахстана, да, обязательно, Киргизии. Наша история тесно связана с жителями этих стран, так как у нас Панфилов, Даватар, то есть исторически связано. И вот буквально в этом году мы также, несмотря на все ограничения, трудности, смогли провести мероприятие на территории уже нашего корпуса, нашего центра спецвзвод, который находится в нашем любимом Волоколамском городском округе. И это тоже уникальное мероприятие. Плюс еще хочется отметить, что вот этот полевой лагерь, мы хотим, чтобы в будущем он стал ежегодным, и у него есть огромные перспективы и развитие масштаба. Вы правильно назвали, что он будет находиться как раз на территории МАИ, Алферьево. Есть организация, некоммерческая организация, называется «Пойдем с нами». Это наши тоже побратимы по духу. Креатив именно проведения первого такого мероприятия именно на этой территории связан с нашим знакомством, нашей дружбой. Эта организация, с ней тоже нужно, рекомендую всем слушателям познакомиться с ней. И каждый может поучаствовать в их деятельности, не только прыжки с парашютом и обучение, но у них очень много креативов, они путешествуют по России. Очень заряженная и интересная команда. Мы договорились провести совместное мероприятие, и первое наше мероприятие как раз вот полевой лагерь спецвзвод, который мы проведем вместе. То есть это впервые вот в таком формате? Да, ну абсолютно впервые, оно очень напрашивалось. В картинке стояла такая картинка, как смотришь в детстве фильмы, когда ты хотел попасть в какой-то патриотический клуб, лагерь, иностранные фильмы, какие-то скауты или наши пионеры, где все интересно, на улице много активностей, это жарко чего-нибудь сладкого у костра, это подъемы чуть ли не в 6 утра. Это действительно интересная стрельба, но все в традициях нашей, конечно же, в традициях нашей культуры. Плюс есть интересный актив, что в будущем мы хотим сделать. На этот год мы попробуем, мы приглашаем спикеров к участию к нашему мероприятию. Сейчас ведем диалог с медийными лицами, некоторый интерес есть, а в будущем мы хотим сделать целое медийное пространство на этой площадке, которое позволит привлечь и даже поднимать некоторые острые вопросы в рамках патриотического воспитания. И даже сегодня вот Александра Владимировна и моя супруга Дарья Алексеевна, вот, руководитель движения «Спецвзвод», они инициировали и очень интересный такой прецедент для нашего округа. Это объединение Латашинского, Истринского, Рузовского района, то есть наших соседей. Шаховского, чуть не забыл. Вот. И мы совместно с ними, они тоже будут участниками этого лагеря, они приглашают нас. Да, у нас достаточно большое взаимодействие, у нас хороший обмен, в том числе одним из предложений было обмен инструкторским корпусом. Вот, у нас есть свой, у районов и округов есть свои мощности, мы обмениваемся работой, наши курсанты обмениваются, приезжают друг к другу. И на последней встрече это вызвало тоже интерес у администрации нашей. И на последней встрече мы обсуждали возможность еще больше расширить этот формат и отправить делегатов из Московской области, то есть из нашего региона, в частности, в Белоруссию и в Казахстан. Пока что на фоне обсуждений, но я думаю, что это будет интересное событие. И также, если пригласить и представителей наших близких нам стран, что тоже будет позволять обмениваться и будет позволять развивать не только этот проект, как полевой лагерь, и вообще проект «Спецвзвод» в целом, но и хорошие перспективы на будущее у наших патриотических клубов наших стран. Это такое окно для взаимодействия и для опыта, самое главное. Антон, а вот спикеры, вы сказали, в этом году тоже уже будут присутствовать. Да, пока мы не можем сказать, кто, потому что мы
первый раз проводим мероприятие, к нему многие присматриваются. Но ведем диалог. Какие тематики они затронут, уже известно? Да, у нас сейчас есть большая тематика, которая связана, это военная спецоперация, это информационная безопасность в этой сфере, то, что какие вызовы в информационной сфере сейчас видит наша страна, и в том числе с точки зрения патриотического воспитания, то есть с какой проблематикой мы сегодня столкнулись. Это интересно, в принципе, это злободневно, и более того, это будет злободневно еще десятилетие. То, с чем столкнулось наше общество сегодня, является достаточно большой проблемой. Ее нужно озвучивать не только в рамках нашего патриотического клуба, а вообще всемирно. Людям нужно открывать глаза на многие вещи. И что-то озвученное — это уже часть решения проблемы. Ну, это наше мнение, хотя я думаю, что оно солидарно со многими, в том числе, кто в медийном пространстве, кого мы сейчас приглашаем. Я напоминаю, это открытая студия «Радио 1». Сегодня говорим о военно-полевом лагере для детей и подростков, который 6 августа откроется в Волоколамском городском округе. В программе принимают участие куратор направления патриотического воспитания в Волоколамском городском округе, руководитель проекта «Патриотический военно-полевой лагерь спецвзвод» Александра Русакова и главный координатор межрегиональной общественной организации по развитию спорта и патриотического воспитания спецвзвод Антон Ермишин. Открытая студия. Расскажите вот о тех ребятах, которые будут принимать участие в лагере. Я так понимаю, что возрастной ценз там достаточно такой расширенный, да, от 10 лет, если я не ошибаюсь, да, до 35, да, молодежь. Условно, да, условно 35 лет. Есть желающие более возрастные и более молодые. Мы специально ограничили, и по количеству мы тоже ограничены. Сколько всего? У нас будет 150 участников, мы ограничили. Есть больше желающих, но больше, запрос к сожалению, был более, принять, да? Да, запрос больше, и интерес к мероприятию тоже большой. Нужно отметить, как вы правильно сказали, и я хотел про это рассказать, то, что да, инструкторами в том числе являются и наши бывшие курсанты. Сегодня это ребята, сотрудники силовых подразделений, спецподразделений Российской Федерации, сотрудники МЧС, сотрудники, лица, которые являются госслужащими, работают в системе здравоохранения. Это у нас хорошая команда. И отличная команда. Командой мы называем и тех, кто идут вместе с нами. Это вот некоммерческая организация «Пойдем с нами» и патриотический клуб «Спарта». Но нужно отметить курсантов, то, что без них этого мероприятия бы не было, без интереса и популяризации патриотического воспитания и работа Александра Владимировна в Волоколамске, такого мероприятия тоже не состоялось бы, ни одного форума. Очень большой уровень подготовки, он меняется, уровень подготовки. Если раньше мы проводили слеты, просто были общие построения, у нас акцент был на строевую подготовку, то сегодня и на физическую подготовку, то сегодня это не ушло на второй план. У нас появились новые критерии ввиду более высоких требований, в том числе к нам, самих патриотических клубов и руководителей патриотических клубов. Если раньше была негативная тенденция, которая говорила о том, что патриотические клубы некоторые закрываются или перестают существовать, или существуют формально, то сегодня даже при наличии опыта у самих курсантов и при наличии инструкторского корпуса, который появился на территории нашего округа, даже у преподавателей, у которых просто, как сказать корректно, есть работа в этом направлении как дополнительная работа, они могут использовать ресурс и юнармии, отделение юнармии и центра патриотического воспитания в своих целях и, соответственно, направлять своих курсантов на подобные мероприятия или вообще на постоянной основе курсанты могут приезжать в центр и тренироваться, и получать необходимую подготовку. Особенный запрос, особенно в сегодняшнее время, я коснулся тематики первой помощи, и она в современном мире, в таком мейнстриме называется тактическая медицина, ее называют. Вот, мы все равно придерживаемся больше концепции первой помощи. У ребят, которые поступают на срочную или службу по контракту, которые уходят из нашего военкомата.
их понять можно, их логику понять можно. И опять же, для нас это определенный вызов, то, что наших инструкторов и нам самим нужно повышать компетенцию в этом направлении. И мы привлекаем сторонних специалистов, которые к нам приезжают, проводят семинары, активности, инструкторы, вебинары. И, соответственно, на них присутствуют курсанты, которые впоследствии, и идея клуба, то, что каждый может развивать любое направление, которое ему нравится. И почему наши ребята стали инструкторами? Им нравилось то или иное направление, mm-hmm. они выбрали и примерили к себе тот или иную профессию и стали в ней развиваться. И кредо ребят, с которыми мы работаем, это польза обществу, что очень приятно. У нас многонациональная секция, как сказать, со всей страны, со всех регионов, кто приезжает к нам, они привозят это в свои регионы. И есть запрос на открытие отделений, они открывают свои патриотические клубы в своих регионах, что тоже является очень большим, можно сказать, секция «Спецвод», когда-то, которая была сегодня центр под руководством Александры Владимировны и нашей команды инструкторского корпуса, является неким, или имеет право, или скоро станет иметь право называть себя каким-то институтом подготовки руководителей или лиц пассионарных, которые будут развивать в нашей стране патриотическое воспитание и двигать это направление. Получается, они не останавливаются, да, на участии, да, мы в состоянии обговаривали секции? То есть не проходящий, просто там пришел, позанимался, ушел. Мы обговаривали возрастной ценз от 10 до 35 лет, де-факто его, наверное, нету. Потому что эта работа не прекращается, независимо от географии, мы все равно все в семье находимся. Кто-то, ребят, переезжает в Новосибирск и там успешно, кто-то в Дагестане, в Махачкале открыл свое направление, пусть даже это одно из направлений той деятельности, которой мы занимаемся. Каждый из этих ребят остается частью команды, частью корабля и помогает и делает большое дело стране. В стране делает большое дело. Будь он просто сотрудником спецподразделения, будь он военнослужащим срочной службы, будь он медицинским сотрудником, что, наверное, максимально важно, что будь он научным специалистом, ни для кого, для наших земляков с Волоколамского округа не секрет, то, что одно из наших направлений – это IT. И также мы его серьезно развиваем. Это если говорить конкретно о центре, у нас есть школа программирования, где бесплатно можно получить необходимые навыки. И более того, ребята остаются в школе и ведут свои проекты, в том числе монетизированные. Соответственно, они могут позволить себе остаться в Волоколамском районе, развиваться в своем любимом направлении и приносить пользу обществу и стране. А вот те 150 участников лагеря, кто в основном это? Мальчики, девочки, парни, девушки? Ну, традиционно патриотический клуб больше ассоциируется с чем-то мужским, так оно на самом деле и есть, но ни для кого не секрет, что на платочках держится наша страна, на женских платочках, да, много девушек, желающих, которым не то, что мы отказали, которые только готовятся в силу возраста или силу там каких-то других технических возможностей, mm-hmm. которые им пока недоступны, будут присутствовать. А как отбирали вообще вот этих участников, тем более, если это что, лучшие, желающих было больше? Лучшие члены патриотических клубов. Mm-hmm. Мы договорились о некоторых квотах для каждого патриотического клуба. У нас много патриотических клубов. Сколько в Волоколамском районе? 13 отрядов юнармия. Только юнармия, 13 угу. отрядов. Плюс еще есть патриотические клубы, которые не входят в состав юнармии. Или те люди, которые ведут патриотический клуб добровольно. Ну да, на своих, добровольном начале. И, соответственно, я уже называл наши друзья из Шаховской, угу. Латышино, Рузского района, Истринского округа, которые также будут участниками. Что вот так вот ждет там в течение 5 дней всех участников? Во-первых, напоминаю, что это полевой, то есть это жизнь будут в полевых, да, условиях. Да, все верно. Да, с этого стоит начать. То есть непростые условия для человека, который привык к коммунальному раю без хлопот и забот, без водопровода, без электричества.
Без телефонов, наверное. Без телефонов, потому что там оно и не сильно ловит. То есть интернет там, ну, можно будет позвонить маме, ну, в определенные часы. Забирать, конечно, ничего не будем. Была такая идея, но совсем ограничивать. Решили не забирать. Без хардкора, да. Без хардкора. Но да, какие-то ограничения. Да, им некогда будет. В 6 утра подъем. Пробежка, разминка, завтрак нужно заработать. Ну, лирика, конечно, лирика. Готовят сами? Отчасти. Отчасти готовят сами, принимают участие. Институт дежурства, так как возрастной ценз достаточно разный, шаг большой, они распределены по возрастному принципу по группам. По отрядам, к ним, да? К ним представлены, кроме волонтеров, кроме родителей, которые с ними также поехать могут в качестве волонтеров, им будут представлены командиры взводов. Внутри их маленьких групп командиры отделов, это среди, они сами будут избирать. Так устроена программа, что у них будет время на некоторые активности, то есть на какие-то, ну, я их называю там увеселительными, досуговые программы, ну, в которых как раз они могут определить какого-то условно старшего. У каждого из курсантов будет своя должность, которую условно они будут занимать на протяжении всего лагеря. И каждый день стрельбы, каждый день альпинизм, каждый день подготовка по направлению первой помощи, плюс еще некоторые активности. Очень важно сказать, интересное мероприятие. Это не просто полевой лагерь, по окончании лагеря у них будет испытание квалификационное. Так. Многие к этому испытанию уже давно готовились, многие хотят туда попасть именно для того, чтобы подготовиться именно к нему. Это что-то похожее на квалификационные испытания, как сдают братство краповых беретов на территории Российской Федерации. Есть внутренние войска, традиция сдачи спецподразделений на краповый берет. Мы, конечно, ничего подобного делать не планировали, но это нас воодушевило для сдачи. Очень-очень хороший пример, в том числе и для курсантов. Это не только мы придумали это, но у нас есть свои требования, свои тенденции, свои критерии. Организаторы и те, кто участвуют в жизни патриотической в Волоколамске, обрисовали некоторый контур требований. Это и физическая подготовка, конечно, и, конечно, и навыки стрельбы, и навыки первой помощи, которым мы уделяем внимание, ну и прохождение своего рода препятствий. Самое главное, у квалификационных испытаний, которые будут по результатам полевого лагеря, это проявить себя и дать оценку, то есть это личный подвиг для каждого. Сдадут не все, к счастью или к сожалению. К счастью, потому что это повысит ценность этих квалификационных испытаний. К сожалению, ну, 100% подготовленных быть не может. Вот те, кто пройдут необходимые, тут будут готовы к необходимым, к тем требованиям, которые заложены. Они не очень высокие, доступные каждому. Ну, вот минимальные требования, кто сможет пройти, те получат знак. Знак тоже имеет свою историю. Вот то, о чем мы говорим, и квалификационные испытания можно разобрать как отдельный критерий оценки, как отдельное мероприятие. И еще о знаках тоже нужно отдельно сказать. В нашем городском округе, вот Александра Владимировна, наверное, больше расскажет про этого человека, руководителя патриотического клуба «Смелый». Владимир Кузьмич Ватагин, да. Был военнослужащим, приехал в 90-е года в наш округ, так здесь и остался, набрал ребят из своей деревни Курьяново, начал заниматься с ними, и вот по сей день, к сожалению, в 15-м году у Владимира Кузьмича не стало, вот, но военно-патриотический клуб, который он создал, стал теперь носить его имя, это военно-патриотический клуб «Смелый» имени Владимира Кузьмича Ватагина, существует по сей день и продолжает его традиции. И знак, я так понимаю, он как да, раз... Да, все правильно. Мы хотим увековечить почетного гражданина Волоколамского городского округа в этом знаке. Он действительно сделал очень много. И по сей день, несмотря на то, что его с нами нет, продолжает делать. Ну и ребята, те, кто последователи его, ребята из патриотического клуба, продолжают традиции, приезжают заниматься и будут участниками полевого лагеря. Завершится все, я так понимаю, вот этими вот испытаниями. Ну и какая-то программа на завершение лагеря тоже запланирована. Квалификационные испытания, да. Вот они как испытания, раз да, награждение, торжественное награждение.
Конечно, все за этот лагерь сделают очень много. Кто-то перешагнет через себя. Ну, понятно, рывок такой. Для кого это будет впервые? То есть нахождение достаточно длительный период времени в таких условиях. Не сказать, что они будут некомфортные. Все-таки в этом смысле для какие-то условия вот для полевого лагеря, можно сказать, тепличные будут. Но для многих это будет первый шаг, mm-hmm. первое участие в таком мероприятии. Не для всех. Для тех, кого это уже не является новинкой, для них испытанием будет как раз квалификационное испытание. Угу. И, как вы уже сказали и отметили, что это первый лагерь такого рода. Продолжается, планируете, насколько расширение географии по другим городским округам, вывести его на областной уровень, есть такие задачи? Мы не привязываемся к географии. Хорошо, если он будет проходить в нашем округе, но по результатам делегат, которые приехали из соседних районов, мы уже обсуждали этот момент. Возможно, лагерь будет проходить и в других местах. Угу. То есть его география тем самым будет расширяться. Количество участников тоже возможно на увеличение? Я забыл сказать важный момент. То, что нас поддержала грантовая система, грант называется... Росмолодежь. Да, Росмолодежь угу. нас поддержала. Это тоже очень важно. Вот, они предоставили поддержку. Соответственно, в наш проект поверили не только мы, не только курсанты патриотического клуба. Соответственно, экспертная комиссия, которая приняла решение поддержать наш проект. И там же мы и указывали, какие перспективы будут у нашего проекта. Да, конечно, расширение географии, да, конечно, развитие направлений, которое будет интересно. Косвенно я сказал про IT, квадрокоптеры, информационная безопасность – это тоже одно из направлений. Если оно будет практическое, если кроме семинаров туда можно будет привести какой-то технический потенциал, привлечь туда IT-сферу, это тоже злободневно, это тоже необходимо. И в будущем мы, как организаторы, это видим. Если это будут видеть наши сторонники, те, кто помогает нашему проекту, я думаю, что потенциал у проекта огромный. Нам хочется его видеть, потому что это нужно нашим курсантам. И сегодня это необходимо нашей стране. И эти ребята, которые занимаются патриотическим воспитанием, они смогут что-то сами в нем привнести, развивать этот проект, добавлять туда те активности и те направления, которые они считают, что современные нужны. Спасибо за рассказ о лагере, за рассказ в целом о той работе, которая ведется в Волоколамске. Это была программа «Открытая студия» на Радио 1. 6 августа на аэродроме Альфериева Волоколамска откроется военно-полевой лагерь для детей и подростков. И у меня в гостях были куратор направления патриотического воспитания в Волоколамском городском округе, руководитель проекта «Патриотический военно-полевой лагерь спецвзвод» Александра Русакова и главный координатор межрегиональной общественной организации по развитию спорта и патриотического воспитания спецвзвод Антон Ермишин. Открытая студия.